Чтобы зимние холода были в радость, а сезон вьюг и ветров пролетел незаметно, специалисты рекомендуют обзавестись теплой шапкой. Ярмарка главных уборов снова открылась в торговом центре «Славянский». На ее стендах более 1000 моделей шапок, выполненных из самых разных материалов, включая натуральный мех. Выглядеть каждый день по-новому зимой очень сложно. Мы постоянно носим одни и те же шубу, пуховик и сапоги. Составлять разнообразные модные образы станет легко, если приобрести сразу несколько шапок. Трикотажные модели из кашемира доступны каждому. Они придадут внешнему виду спортивности и непринужденности. Шапки из натурального меха подчеркнут статус владелицы или владельца. На ярмарке в торговом центре «Славянский» можно найти головные уборы из норки, песца, острогана, чернобурки и, конечно же, мутона. Выбрала уже и очень довольна. Продавец очень хорошая. Помогла выбрать модельку и цвет. Спасибо. Идеальную зимнюю модель шапки на ярмарке в Славянском найдут не только представительницы прекрасного пола, но и их спутники. Мужская коллекция головных уборов – это сочетание натуральных мехов с натуральной кожей, тепло и комфорт при носке. Для бережливых покупателей действует акция «Сдай старую меховую шапку и получи скидку на новую». Она позволяет сэкономить до 3000 рублей. При этом любую обновку здесь можно приобрести в рассрочку на 24 месяца. Ярмарка головных уборов ждет своих покупателей в торговом центре «Славянский» до 22 декабря. Часы работы с 10 утра до 8 вечера. Елена Тимофеева, Александр Макаров, телекомпания ТВ-Инк.